До выборов депутатов Мажилиса и Маслихатов осталось 5 дней. Какова готовность избирательных участков? Мы побывали на одном из избирательных участков города и специально поинтересовались условиями для лиц с ограниченными возможностями. Это избирательный участок номер 207. Для инвалидов установлен пандус. Есть тактильные указатели. Подготовлена специальная кабинка для граждан с особыми потребностями. Она оснащена трафаретами с азбукой Брайля, лупой, ноутбуком с наушниками. Такие условия должны быть созданы на каждом избирательном участке. 24 избирателя на данном участке с ограниченными возможностями. В настоящее время для их голосования созданы все условия. Пандусы, специальные трафареты, тактильные указатели, голосование на дому и другое. На избирательном участке зарегистрировано 2905 избирателей. На сегодня выдано одно открепительное удостоверение в связи с выездом избирателя в командировку за пределы города. Продолжается прием заявления о голосовании на дому. Разработан план мероприятий на выборах. Эти выборы пройдут в преддверии Наурыза, поэтому для создания праздничной атмосферы мы организуем ряд мероприятий. Предложим Наурыз Куже, Баурсаки, проведем состязания по национальным видам спорта, народные игры.